самом деле никто не застрахован от таких ситуаций. Есть множество мнений, что там пьющие, да, то есть не умеют распределять финансы, но я вот чем больше езжу, тем больше я убеждаюсь, что от этого не застрахован ни один из нас, и я, мы можем оказаться в любой момент в такой ситуации. Все очень просто. У меня есть друзья, у меня есть знакомые, неравнодушные люди, обычные люди, обычные. У нас миллионный город. Сколько я спросил деньги у людей, у богатых людей. Мотивация у богатых людей, там, у каких-то компаний нам помогать, чтобы мы помогали. Так вот, помогают простые люди. Да, ну, в том году примерно у нас было за год 4000 семей. Только в Перми помощь, реальная. То есть у нас была команда, и есть большая команда. Большая, классная команда, позитивная.